Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня вместе с вами мы взорвем 5000 блоков ТНТ в Майнкрафте по Expedition. Друзья, это будет довольно большой взрыв, потому что здесь очень-очень много динамита. Это вправду большая куча, и это выглядит довольно эпически. Надеюсь, все готовы уже взорвать очень-очень большую кучу, и в этом мне поможет мой друг. Ну что ж, надеюсь, все готовы. Ну давай, поджигай, а мы будем наслаждаться довольно зрелищным взрывом. Ну что ж... Так. Ну, я готов, что мой телефон зависнет довольно надолго. Ну да, я такого ожидал примерно, но мы будем ждать, когда все это дело отвиснет. Ну, если кто-то не хочет ждать, то вы, конечно, можете прямо дать до самого конца. Но я посмотрю, пока что помаленьку все прогружается. Но это будет очень долго, потому что это самый большой взрыв, который я делал в своем Майнкрафте. И я не знаю, сколько будет лагать. Ну, по идее, сейчас FPS около нуля. Да, друзья, если было бы... Вкладка отладки, то сейчас было бы и вправду, ну, может быть, даже минус FPS, но такого не бывает. Я не знаю, что было бы, если было бы минус FPS, но все же мы наблюдаем вот такое чудо. Попытайтесь сделать это в своем Майнкрафте, и вы увидите, что у вас будет то же самое. Я вижу очень много взрывов, но Майнкрафт не успевает все это прогружать, и поэтому появляются вот такие лаги. Но, картинка зависла, и можно сказать, что сейчас перед нами не видео, а обычная просто картинка, которую вы просто смотрите. Ну ладно, давайте ждать, минутку подождем. Ну ладно, ждем. Да, почему-то, ух ты, что у нас появляется. У нас появляется уже сам Майнкрафт, он уже пытается сам себя закрыть, но нам пока что это не надо. Ладно, мы дождемся. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, я чую, запахло паленым. Возможно, это уже мой телефон. Но нет. Я смотрю, опять же, все начинает прогружаться. Как это странно, Майнкрафт прогружает динамит. То ли он прогружает, то ли он не прогружает. Ну, вот что мне заметило одно. Ну, если у вас очень мощный ПК, то у вас все будет хорошо. Но если у вас мощный телефон, то динамит, который будет взрываться, он также будет вас лагать. Я не знаю, почему это так. Но на ПК, если даже будет лагать, то вы все равно сможете двигаться. Но в нашем Майнкрафте такого... У нас, к сожалению, не будет. Опять же, Майнкрафт пытается себя закрыть. И мы ждем. Ждем окончания этого большого взрыва. Я не знаю, что может быть после этого взрыва. Но вроде мы начинаем помаленьку двигаться. И динамит все равно еще разрывается и разлетается. Я могу сказать так. Ну, давай, прогружайся, динамит. Ну, музыка уже перестает играть, потому что у нее уже кончается время. Ну ладно. Давай. Давай, прогружайся. И, кстати, весь динамит был создан в бесконечном мире, поэтому из-за этого еще могут быть такие лаги. Но сейчас моего друга творится просто в канале. У него пропал целиком интерфейс. Но это связано с таким багом в новом билде Майнкрафта. К сожалению, это так. Но вот такой взрыв у нас после, друзья, стальки динамитов. Да, вот довольно эпично. Но, надеюсь, вы хотите еще таких взрывов, поэтому ставьте лайки, конечно, и пишите комментарии. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, ну и, конечно, подписывайтесь на канал.